Морозно, и мы решили пойти в лес. В общем, ресторан «Леск» это то место, куда мы сейчас пойдем. Все, иди лесом. Пойдем. Начальника, привет. Да, привет всем. Давно не виделись, мы неделю не снимали уже сюжеты наши. И вот мы сегодня наконец-то выбрались после двухнедельного прозябания в нашей квартире. Почему мы прозябали в квартире? Потому что мы делали наш проект, да, который называется сайт horikalife.ru. Мы работали в поте лица, и даже кровь из наших пальцев текла обильно, потому что мы программировали. Мы находимся в ресторане «Лес». Вот он, лес позади, да. Ивана. Вот. Настоящий. Тигры ходят, медведи. На первый взгляд уютно. Здесь стоят диванчики. Вот, диванчики. На них сидят люди. У них сидят люди, столы, столы квадратные, а тарелки круглые. Очень оригинальное кафе. Да, также еще салфетки здесь смятые, раз на то пошло. Обои сразу. Мы обои здесь находимся уже 5 минут. Да. Нам принесли меню, я заказал салат «Цезарь». Меню выглядели очень солидно. Солидное меню, да, которые выглядели в формате альбома. Так же, как эти салфетки. Да. Это правда. Первое, пожалуй, повторное впечатление, это то, что некачественно. Туалет тоже коричневый. Можно посмотреть на стены и сразу... Это не из-за того, что посетители неаккуратные какие-то. Итак, перейдем к нашему заказу. Виктор, что перейдем вы заказали? Перейдем к нашему заказу. Я заказал вот такие вот замечательные блинчики, потому что сегодня последний день Масленицы. Возможно, он был вчера, я не очень знаю этих традиций, но сегодня точно прощальное воскресенье, поэтому если этот выпуск у нас получится не самый удачный, простите нас, пожалуйста, наши уважаемые зрители. Итак, перейдем к заказу, как ты говорил. Принесли нам такой замечательный суп, который называется «Супчик с тигровыми креветками». Просто супчик с креветочками. Порция не очень большая. Покажи, пожалуйста, его. Что-то я там тигровых креветок не вижу. А сейчас мы поковыряемся, может быть, найдем. Грибы видно. Тигровые креветки тоже есть в небольшом количестве. Но выглядит аппетитно, по крайней мере. Я решил сегодня пошиковать и заказал себе такой замечательный сок. Персиковый сок, спонсор сегодняшней нашей программы. Да, причем это самый дорогой сок в мире. Сок «Кристалл». Персиковый сок «Кристалл», который стоит 1 миллион долларов за бокал. Я что могу сказать о супе? Это вкусно. Это очень с грибами, но несмотря на название, супчик с креветками, это очень без креветок. Запах у салата просто изумительный. Салат «Цезарь» с курицей заказал. Ну и порция большая. Да, порция большая. А, кстати, по традиции, мащисо? Мащисо йо. Эсо. Ой, Асам. Как? Асам. Асам? Асам. Асам. Вижу, принесли еще одно блюдо. Называется шейка пятачка. Шейка пятачка? А ты что-то еще хотел помимо шейки пятачка заказать? Да, я еще хотел что-нибудь от Винни-Пуха, но сказали, что от Винни-Пуха уже все кончилось. А поподробнее, хреномалиновый соус, он как на вкус? Что напоминает? Чем-то напоминает хрен и чем-то напоминает малину. Ну, Ваня жует. Он жует. Жует очень вкусный блин. А ты меня снимаешь? Хреномалиновым сиропом. Да, очень вкусный блин. А я аж задумался об его вкусе. Какие ассоциации вызывает у вас этот блин с этим малиново-хреновым сиропом? Ассоциации, как будто Витя устроил подошовщину. Вторая ассоциация. Молодых предпринимателей России, в которую мы входим.
тебя. Вот он, этот пятачок. Да. Еще недавно он ходил и стрелял из своего игрушечного ружья в пчел. Из пестика. В пчел, отгоняя их от Винни-Пуха. И вот сегодня мы благополучно его пробуем. А, мы хотели сказать о ценах. Я заказал первое блюдо, это был суп. Супчик с креветками. А вкусных креветок недостаточно. Цена около 240 рублей. Такие блинчики вкусные, толстенькие, такие румяные, красивые. Обошлось там не в 100 рублей, 106 рублей, если быть точным, 4 блина. Хороший выход. Недорого. Далее. Заказали мы еще соус малиново-хреновый. Он не хреновый, он чисто вкусный. Обошлось у меня там, девушка сказала, официантка посчитает, как обыкновенный соус, 20-30 рублей. Я понимаю, что я немного нудно сейчас говорю, но это факты, статистика и факты, для того, чтобы вы знали, на какую сумму рассчитывать, когда вы пойдете в этот ресторан, в это заведение. Ну и вот, наконец, мы подошли к этому блюду. Я уже говорил по цене, все вкусно. Ну, Иван, почему вы так двигаетесь? Потому что я похож на мой-мой-половой. А я, знаешь, о чем подумал сразу же? В прошлый раз, когда мы ходили в индийский ресторан, сзади меня были какие-то кустики. Ты спросил, не кусают ли меня комары. Сейчас сзади тебя лес. Да. И очень логичный вопрос. Не кусают ли тебя медведи? Я от них бегу. Я сейчас занимаюсь бегом. Бегу. Видимо, в твоем блюде тоже были грибы. Нет, раз ты убегаешь от медведей. Не было. Моё было, что было, курица была. Ладно, давай, расскажи о здоровом образе жизни, надо о хорошем день, настроении. Каждый день надо с утра бегать и настраиваться на позитив. Все. Нет, это еще не все. Ладно, давай, я попробую. Давай. Наша передача, которая называется «Хорика Лайф» за здоровый образ жизни. Если вы обратили внимание, здесь нету ни стопочки алкоголя. Великий Оскар Уайлд некогда сказал: нет ничего невозможного для того, кто обладает лишь двумя привилегиями – красотой и молодостью. Причем молодостью не обязательно. А для того, чтобы быть человеку красивым, ему нужно, как я уже сказал, хорошо питаться и заниматься спортом. И, естественно, не употреблять алкоголь. Ну и для девушек еще подкрашиваться бы не помешало. Тем более для девушек. Тем более для девушек. Просто я когда вижу ненакрашенных девушек, как бы это, ну, для меня что-то нонсенс какой-то. А вообще главное быть красивым внутри. Но не для девушек, когда мы сейчас о мужчине говорим. Ну и не,